Сегодня, 3 июня, у нас прошла большая конференция в Эквадоре, в городе Кито. Это наша первая конференция в Эквадоре. Я очень рад, что она прошла так успешно. У нас в зале было более 200 человек. И было очень большое количество интересных спикеров, которые рассказывали о достижениях проекта, о реальном применении технологии «Славянка», ну и, конечно, о фактах, цифрах, которые все ждут. Мы открыли национальное представительство в Эквадоре вместе с Массимилиано Россини. И с этого времени, с момента открытия, наши результаты в Эквадоре удвоились, поэтому можем говорить о том, что работа идет плодотворно, успешно и качественно. Я сегодня рассказывал о том, чем мы и наш проект может гордиться, какие рубежи и этапы мы прошли для того, чтобы дойти до сегодняшней стадии реализации проекта, и стараться показать, насколько вырос проект, насколько сильно он изменился с нашей первой поездки в Латинскую Америку, когда мы организовывали конференцию в Перу. И я думаю, нам это удалось. Мы приехали за несколько дней до начала конференции, за это время провели большое количество различных встреч. Они проходили как в формальном режиме, так и неформальном. Где-то мы просто вместе ужинали, а где-то мы делали презентации для крупных инвесторов и потенциальных партнеров компании Solar Group. Также мы выступили перед профессурой и студентами одного из технологических университетов. Был очень большой интерес. Андрей Лобов очень подробно поделился информации о технологии и о том, как ее можно применять уже сегодня. В Эквадоре очень большой интерес к проекту, к технологии совмещенных обмоток «Славянка», а также к бизнесу, основанному на технологии совмещенных обмоток «Славянка» и на электродвигателях. И Андрей Лобов получил очень большое количество полезных контактов, было достигнуто большое количество договоренностей, исходя из которых есть уже реальные проекты, которые можно реализовывать здесь, в Эквадоре. Более того, уже был испытан лодочный мотор. Андрей Лобов вместе с партнерами из Эквадора протестировали этот мотор на озере, и он себя отлично зарекомендовал. Также Андрей получил очень интересные контакты и предложения, выступая перед студентами и профессурой в университете. Они сейчас делают свой собственный электроавтомобиль и хотят подать заявку в правительство, чтобы именно их проект был правительством поддержан. И они изъявили желание использовать именно наши двигатели. И это, я считаю, очень интересное направление для работы. В честь проведения конференции в Эквадоре мы запустили акцию, которая называется «Региональный бонус». В рамках этой акции каждый инвестор может приобрести новый инвестиционный пакет или увеличить действующий инвестиционный пакет и получить на 20% долей больше, чем предлагается в этом пакете стандартно на текущем 18 этапе. Также в рамках этого регионального бонуса есть ряд и других интересных возможностей. Например, можно восстановить отмененную рассрочку без каких-либо дополнительных условий. Ну и одно из самых интересных предложений – это возможность увеличить свой закрытый инвестиционный пакет. Обычно этого сделать нельзя. Нас очень много об этом просили, и в рамках регионального бонуса мы пошли инвесторам из Эквадора навстречу. Так что пользуйтесь этим, если вы уже действующий инвестор, и увеличивайте свой объем инвестиций в проект. В конце нашего мероприятия мы провели лотерею, в рамках которой мы планировали разыграть 10 подарков по $100 каждый. Зачисляете деньги на баланс личного кабинета, и они затем доступны для инвестиций, для приобретения пакетов, либо оплаты рассрочки. Но конкурс так хорошо зашел, люди очень были рады происходящему, что мы решили выбрать еще одного победителя, 11-го. И я считаю, что это очень хорошая практика. Я думаю, мы будем продолжать это делать и в других странах. Сегодняшняя конференция действительно была особенно теплой. И помимо стандартных, серьезных вопросов, у нас было очень много улыбок и поздравлений. А связано это было с тем, что одно из спикеров мероприятия, у Андрея Лобова, инженера и предпринимателя из России, сегодня в день проведения конференции, 3 июня, день рождения. И его поздравляли, люди подходили, его обнимали, целовали, жали руки, кричали «С днем рождения!». И, конечно, в конце мы подарили ему подарок и торт. И это создало особенную атмосферу на мероприятии, которой, мне кажется, даже никогда у нас не было. Я желаю партнерам из Эквадора не снижать темпы. Действительно, результаты говорят о том, что команда умеет работать, она умеет показывать результат.
И я уверен, что у Эквадора все только впереди. Я желаю вам удачи и желаю получать еще больше результаты. Ну а мы, команда Solar Group, всегда вам в этом поможем.